Здравствуйте! Тема нашего урока сегодня – пути преодоления бедности и экономической отсталости отдельных стран и регионов. Сегодня на уроке мы исследуем деятельность государств, направленных на решение проблемы бедности, определяя их эффективность. Что такое бедность? Бедность сопровождала всю историю человечества. Еще в Древней Месопотамии, в 3-м тысячелетии до нашей эры, законы запрещали богатым притеснять бедных, обязывали богатых заботиться о вдовах, сиротах и немощных. Во все времена бедность имела общие черты. Бедность – состояние нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющие удовлетворить насущные потребности индивида или семьи. По оценкам Всемирного банка, в мире от 40% до 48% населения являются бедными, от 16% до 19% – сверхбедными. Бедность бывает разная. Одно дело, когда «я бедный человек», говорит житель Центральной Африки. И совсем иначе эта фраза звучит в устах бельгийца. Бедность бывает двух видов – абсолютная и относительная. Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже основные потребности – пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Уровень порога абсолютной бедности периодически пересматривается. До 2008 года $1 США в день, после 2015 года менее $2 США в день. Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживать определенный уровень и стандарт жизни, принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает, насколько вы бедны по сравнению с другими людьми. Границы относительной бедности достаточно расплывчаты. Если в 1960-е годы в Советском Союзе обладатель черно-белого телевизора считался человеком достаточно зажиточным, то в 1980-е годы, когда практически в каждой семье появился цветной телевизор, обладатели черно-белых телевизоров уже стали людьми со скромным достатком. В наше же время те люди, которые не смогут приобрести современный телевизор с инновационными технологиями, можно будет отнести к категории относительно бедных людей. Экономисты считают, что абсолютную бедность можно преодолеть, но относительная бедность будет существовать всегда. В европейских странах, в Швеции, уровень относительной бедности очень низкий. А теперь обратите внимание на эту таблицу. Доля бедных населения некоторых стран мира. Доля населения ниже черты бедности в Гватемале составляет 75%, в Анголе 70%, в Боливии 64%. В этот список вошли также бывшие советские республики Таджикистан и Туркменистан. Чем больше в стране население живет за чертой бедности, тем больше вероятность того, что страна попадет порочный круг нищеты. Так считают экономисты. Население бедное мало покупает товаров. Следовательно, производственные инвестиции не позволяют расширять производство и увеличивать заработную плату. Экономика не может вырваться из тисков нищеты. Бедность является следствием разнообразных причин. Их можно объединить в такие группы. Первая причина бедности – экономические. Безработица, низкая заработная плата, низкая эффективность труда и неконкурентоспособность отрасли. Следующая группа причин – демографические. Неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье, перенаселение. Ярким примером здесь является страна Нигерия. Эта страна демонстрирует высокие темпы экономического роста, но еще более высокие темпы роста рождаемости населения. Поэтому никак невозможно уменьшить масштаб бедности. Следующая группа причин – политические, военные конфликты, вынужденная миграция.
Военные конфликты в наше время чаще всего происходят в странах Африки. Примером является Центральноафриканская Республика. Эта страна самая бедная в мире. Со дня провозглашения независимости здесь бесконечно происходят военные конфликты. Последние 10 лет произошло 5 военных переворотов. Следующая группа причин – социально-медицинские. Инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости. Примером здесь может служить страна Либерия. Полтора года здесь бушевал смертельный вирус Эбола, унесший жизнь десятки тысяч людей. Следующие причины – регионально-географические, неравномерное развитие регионов и образовательно-квалификационные, низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка. Международное исследование качества образования ПИЗА считает, что чем беднее семья, тем ниже образовательный результат детей. Почему бедность – такая социальная беда? Дело не в том, что у человека в данный момент нет денег, а в том, что бедность наследуется и воспроизводит саму себя. Дети, родившиеся в бедных семьях, имеют меньше шансов для самореализации, чем дети, родившиеся в обеспеченных семьях. Родители не могут обеспечить своего ребенка, допустим, дополнительной подготовкой. Дети из бедных семей меньше учатся в высших учебных заведениях. Обычно они поступают в колледжи и получают профессию бесплатно, ту профессию, которая на рынке труда не пользуется спросом. В итоге устраиваются на низкооплачиваемую работу. Так из поколения в поколение передается низкий уровень достатка и жизни. Наследуется набор ценностей, такие как пассивность, недоверие, смирение, неумение строить свое будущее. Государственные меры, принимаемые для снижения бедности. Меры по борьбе с бедностью должны быть в первую очередь направлены против главных порождающих ее факторов. Нужно способствовать росту производства и модернизации экономики, а также материально поддерживать тех, кто оказался на краю пропасти, пособиями, субсидиями, льготами. Где-то необходимо установить мир в стране, где-то принять меры по ограничению рождаемости. Например, в Казахстане в 2001 году был принят закон о государственной адресной социальной помощи. В 2003 году была утверждена программа по снижению бедности в Республике Казахстан. Совсем по-другому выглядит бедность в развитых странах. Перед вами либеральная или, как иначе говорят, англосаксонская модель социальной защиты. Она практикуется в таких странах, как Великобритания, США, Япония. Это достаточно богатые страны, и общество считает, что бедность – это выбор самого человека. В Соединенных Штатах Америки популярны продовольственные талоны на питание. С экономической точки зрения они, конечно, не позволят вырваться из нищеты, но зато эффективность с точки зрения адресности. Продовольственными талонами обеспечиваются все нуждающиеся. В Китае, Японии, Корее, Тайване доминирует минималистский подход государства к социальной политике. Здесь считается, что все должны работать, никто не должен зависеть от пособия, особенно люди в трудоспособном возрасте. В Южной Корее пенсию получает лишь треть людей пенсионного возраста, а размер ее крайне мал. Пожилым людям остается надеяться на поддержку детей, компаний, в которых они работали. Помимо пенсии, есть специальный подход. Пособия для бедных, однако их не могут получать пожилые граждане, у которых есть дети. В богатой Европе все защищены. Щедрые социальные пособия привели к такому явлению – желанию стать «бедным» в кавычках. В 1970-е годы в Нидерландах стало популярным выходить на пенсию по инвалидности. Достаточно молодые люди трудоспособного возраста жаловались на головные боли, депрессию и выходили на пенсию по инвалидности. Эта пенсия им обеспечивала безбедное существование.
Скандинавская модель социальной защиты, она является настоящим раем для бедняков. В таких странах, как Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, человек получает гарантированно высокую социальную защиту, вне зависимости от того, работал он или нет, платил ли страховые взносы или нет. Уровень бедности в скандинавских странах самый низкий. Здесь вам просто не позволят быть бедным. Особенности бедности в Казахстане. Сегодня проблема бедности актуальна для следующих слоев населения: для значительной части многодетных семей, для инвалидов, пенсионеров, жителей села, пожилых людей, людей с низким уровнем образования. А теперь закрепим наши знания. Задание первое. Восстановите слово, пропущенное в схеме «бедность». Абсолютное. Правильный ответ. Пропущенное слово «относительная бедность». Следующее задание. Распределите экономические и политические причины бедности стран. Гражданские войны, расположенные в зонах стихийных бедствий, межнациональные конфликты, очень быстрые темпы роста населения, вынужденная миграция населения, отсутствие природных ресурсов. Вам необходимо распределить в эту таблицу. Правильный ответ. Экономические причины. Расположены в зонах стихийных бедствий, очень быстрые темпы роста населения, отсутствие природных ресурсов. Политические причины – гражданские войны, межнациональные конфликты и вынужденная миграция населения. Следующее задание. Социальные услуги гарантируются всем жителям страны и не обусловлены занятостью и уплатой страховых взносов. Данная модель применяется в США, Швеции, Дании, Германии, Японии, Финляндии, Южной Корее, Казахстане. Правильный ответ. Данная модель применяется в Швеции, Дании, Финляндии. Задание четвертое. Восстановите пропущенное слово. Важным фактором решения проблемы бедности является рост, так как именно он приводит к увеличению валового национального дохода, за счет которого формируется потребительский фонд. Правильный ответ. Важным фактором решения проблемы бедности является экономический рост, так как именно он приводит к увеличению валового национального дохода, за счет которого формируется потребительский фонд. Основные положения темы. Бедность подрывает здоровье, работоспособность и научный потенциал нации, обременяет казну, дестабилизирует политику. Поэтому борьба с бедностью является одной из главных задач общества и государства. На этом наш урок подошел к концу. До свидания!